Итак, проверил я наше средство, нормальная ли концентрация. Добавил еще чуть-чуть и воняет прям знатно. Вот я сейчас найду тот самый лист, который поражен. Вот вроде он. Давай, давай, давай же. Ну, что изменится? Да вроде пока ничего. Тля это и тля. Я без очков просто не очень вижу. Может быть, она реально дохнет там? У меня, блин, что-то не брызгается. Сейчас разберемся. Ну, в общем-то, работает все отлично. И для растения не вредит. Можно даже растение без тли опрыскивать. Это как подкормка будет для него. Как-никак мыло не из жира, из дегтя. Вот это хозяйственное. Вот хозяйственное использовать не советую. Оно из жира делается. Поворачиваем. Вот так вот. Фига она наклонилась. Я даже никогда не додумался, то, что мой перец не такой ровный. Ладно, сейчас опрыскаем. С обратной стороны. Ну и все, в принципе. Поставим сейчас его, и вся тля сдохнет. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.